Показные пожарно-тактические учения на объекты с массовым пребыванием людей. В данном случае это Архангельский драматический театр, один из самых, наверное, крупных объектов культуры в нашей Архангельской области. Поэтому подобные учения предлагаем вам проводить на своих объектах, не только на объектах культуры, но и других объектах с массовым пребыванием людей, исходя из того опыта, который вы сегодня увидите в действии наших пожарно-спасательных подразделений Архангельского гарнизона. Краткая характеристика здания представляет из себя. Здание театра имени Ломоносова было построено в 1933 году, реконструировано в 2010 году. Значит, вам вводное. В осветительном оборудовании сцены, прошло замыкание, пришел пожар на площади 130 квадратных метров. Значит, ваши действия. Предлагаю включить дымогенератор. Все вводное принято. Включаем оборудование. Сейчас. На приеме. Управлять. По моей команде. Уважаемые зрители и работники театра, в здании театра эвакуационные выходы для зрителей находятся в фойе и в кулуарах 1-го, 2-го и 3-го этажей. Работникам театра выключить электроприборы и покинуть сцену служебные помещения и здания театра через служебные выходы, находящиеся в сценической части и бытовом корпусе здания. Походчик, возгорание на сцене. Включена сигнализация. Ага. Эвакуация зрителей произведена. Ага. Прошу проследовать. В здании есть у вас, в актовом зале остался кто? В зрительном зале? В актовом зале возможность есть. Есть, да. Электроэнергия отключена? Электроэнергия отключена. Ага, принял. Заряд 221 бит. На сцене в театре. С дальнейшим распространением по сцене и задымлением театра. Возможно, в здании остались два человека. Электроэнергия отключена. Противопожарные завесы сработали. Закрыты. Эвакуационные выходы для зрителей находятся в фойе
Боевой участок номер 3. Тушение пожара на сценической части и эвакуация людей со стороны проспекта Труд. Специализированная пожарно-спасательная часть. Спасательная часть номер 2. А также одно отделение 5-й пожарно-спасательной части. Отделение пожарно-спасательной части звено ГДЗ от пожарного крана подать ствол со стороны проспекта. На место пожара прибывает... как бы по внутреннему и с внутреннему. Четвертый этап. На приеме четвертый. Дымосос открывается. Понял вас. Заряжка. Блин, склад новый. Ну там реквизиты да, еще да, там. Да, 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 очень загрузка большая, поэтому необходимо обязательно отрезать. Ага. Еще раз зашла на колосники, а? Отсюда по этой лестнице по этой лестнице да? Тоже. То есть два ствола. Два ствола. Это пожарно-тактические учения, которые проводятся в рамках подведения итогового сбора по итогам работы в 2018 году системы РСЧС Архангельской области и постановки задач на 2019 год. Вчера было основное итоговое совещание, а сегодня вот в рамках обучения прибывших сюда в Архангельск должностных лиц проводится такое пожарно-тактическое учение. Это мы практикуем ежегодно на разные объекты. Ну а драмтеатр является одним из наиболее сложных объектов. Это и большое количество людей, это и огромная горючая загрузка, и сложность планировки, ну и так далее. Поэтому на такие объекты автоматически повышенный номер вызова. Собираются сюда до 12 автоцистерн, автолестницы и так далее. Обязательно дежурная служба пожаротушения, которая координирует все действия всех подразделений, которые задействуются на тушение возможного пожара здесь. Проверяется
Сигнализация, которой оборудована данный объект, система внутреннего пожаротушения, отрабатываются, значит, возможности и пути эвакуации людей, значит, работа заново. Ну, в общем, целый комплекс мероприятий, которые необходимо отработать. Пошел посмотреть причину сработки датчиков, тыльную часть от непосредственно сценической части, после чего произвел звонок по телефону. Действия были проведены по обесточиванию. У нас непосредственно работник. Ну, люди в количестве определенном были эвакуированы, и то, что могут находиться люди в здании, было передано РТП-1. Хорошо, в дальнейшем учтем. Так, следующий у нас. С имеющимися средствами, которые находятся в доступности. Вам было не видно, занавес был отключен. Постовой проложил рабочую линию пожарного охраны. Они должны быть при себе, и также противогаз должен быть закрыт. Это предусмотрено, что ты должен их открывать на момент эвакуации. Входные створки, входных дверей. Передал характеристики здания. Меня встретила администрация театра. Пояснил, что произошло замыкание электроприборов, осветительных приборов на сцене, что люди эвакуируются самостоятельно. Два человека, возможно, осталось в зале. Электроэнергия отключена, завесы опущены. Информацию передал на ЦППС, объявил ранг пожара номер 2. Звеном ГДЗС от АЦ-221 подали ствол Б на защиту зала и проверку помещения на наличие людей, также их эвакуацию. Объект у нас площадью 13 тысяч квадратных метров. Здесь у нас непосредственно находится зрительная часть, зрительный зал на 1200 мест, малый зрительный зал, который на 70 мест посадочных. Привести к пожару здесь может практически все. Здесь большое количество светового, звукового оборудования, освещения. То есть все это непосредственно работает, выделяет тепло. Соответственно, причина возгорания может быть различной. При сегодняшних учениях действия персонала я бы данный отлично оценил. Почему? Эвакуация была проведена полностью. Персонал весь непосредственно, который задействован был, отчитался о количестве людей, покинувших театр. В каком количестве покинули, в каком количестве остались. Были проведены пожарно-тактические учения, показные, на здание драмтеатра имени Ломоносова. На это здание предусмотрен автоматический номер вызова 2, повышенный номер. Привлекали силы и средства Архангельского гарнизона в количестве 10 единиц техники и порядка 60 человек. Значит, поставленная задача была выполнена в полном объеме. Оценка действий личного состава удовлетворительна. Эффективная работа, она заключается совместной. Это, во-первых, работа администрации объекта, знание их обязанностей, что они должны делать при пожаре. Второе – это исправность автоматических систем и пожаротушения, и обнаружения. Третье – это знание личным составом объекта. Поэтому мы постоянно проводим тренировки на таком объекте, изучаем объемно-планировочные решения, как правильно, как лучше сделать. И с каждым разом, конечно, эффективность она улучшается.